Движение. 29-я серия. Москва, Мурманск. Так, комментарии прочитаем, какие. Так, Александр VII пишет по поводу... Хорошо, когда вот на некоторых участках есть возможность уйти вправо, пропустить тех, кто движется с большей скоростью. По поводу навигации в Яндексе. В Яндексе теперь можно скачивать карты и пользоваться ими в режиме офлайн. Да, такая функция есть, но я ей не стал пользоваться, потому что на моем стареньком айфоне маленький объем памяти, а скачать всю Россию туда, и скачать туда всю Россию, но никак бы не получилось. А скачивать по отдельным регионам, тут своя проблема. Далеко не везде есть интернет. Ну, наверное, вот современные, более такие продвинутые модели айфонов, они позволят это делать. Но у меня была старенькая модель. И объема памяти было мало. Плюс ко всему, отношение к Яндекс.Навигатору у меня неоднозначное. Есть и критические замечания. Так, например, он меня здорово подвел в Ярославле своими подсказками, где предлагал более быстро, более короткие маршруты. В итоге я в такую пробку вляпался, что долго сидел и плевался. Но и это оказалось полезным. Немножко проехал по Ярославлю, по городу. Я люблю дождь, люблю пасмурную погоду, но для видео, конечно, хотелось бы солнечное. И потом он здорово меня подвел, я попал на штраф в Биробиджане. Тоже плохо утром, на восток, солнце светит. В Биробиджане своими, своей тормознутостью. Ну, я это отношу на то, что айфончик старый, наверное, по этой причине. Но когда подойдет серия Биробиджана, я об этом отдельно прокомментирую, отдельно расскажу. Так, Александр VII. Странно, что на столе координаты одни, а видеорегистратор показывает другие. Я на это тоже обратил внимание. Градусы совпадают, а минуты и секунды имеют различия. Но здесь, наверное, нужно было бы видеорегистратор разместить прямо у стеллы. Наверное, точность бы повысилась, но не знаю насколько. И второй момент – строители могли напортачить, наверное, сдвинули фундамент, и ну, по этой причине, наверное, минуты и секунды не совпадают, да, это так. С левой стороны. С левой стороны вдоль трассы тянется железная дорога. Часы автомобилей 13:28. Справа и слева заболоченная местность. То есть вот этот участок проходит по заболоченной местности, слева и справа вот видно на карте болото. С левой стороны, по ходу движения слева, река, не река, а озеро
средний валос или волос. Ионизатор взял с собой автомобильный. Наверное, пользуется. Пока нет необходимости. Но он, я думаю, он нужен, я думаю, только если в перегонах. Ну это я говорю про ионизатор. Есть такая штучка, которая освежает, очищает воздух в салоне, ионизирует его. 8, 10, 14, 16 часов. Но в данной поездке я хоть его и взял, я им не пользовался. Если кто будет приобретать ионизатор автомобильный, будьте предельно внимательны, потому что можно попасть на контрафакт. Что он из себя представляет? Ну, вставляешь в прикуриватель. Мончегорск, 29. Загорается светодиод, якобы работает, на самом деле это обманка. Определить, обманка или нет, можно по весу, подержав в руках несколько ионизаторов, выбрать самый тяжелый, или же прямо в присутствии продавца разобрать. В этих обманках ничего, кроме светодиода, нет, но там должна быть другая электроника напичкана. И при включении прикуриватель, этот ионизатор мобильный, если его понюхать, то очень близко слышно запах озона. Это работающий нормальный. Но говорю, что очень много обманок, и нужно быть крайне внимательным при покупке, не напороться на контрафакт. Так, вот сейчас будет эстакада через железнодорожную, через железную дорогу. Вот она. Проезжаем над железной дорогой. С правой стороны станция Белое море. Это населенный пункт. То есть железная дорога, над которой проехали, с правой стороны будет иметь остановку на станции Белое море. Прямо по ходу движения с левой стороны будет Запоповье озеро, с левой стороны, с правой стороны Федосеевское озеро. Ну, на карте видно, что место здесь уже не заболоченное, а чистый лесной массив. Ну, это, наверное, для грибников, для ягодников. Ну, опять к Яндекс.Навигатору. Ребята там грамотные, молодцы, они отслеживают потребность, да, надо было пирамидки заснять, которая возникает у водителей во время движения. Работают, совершенствуют его. На бумаге что сделать? Но довольно
нередко, скажем так, улучшение приводит к ухудшению, потому что у многих, кто установил на смартфон Яндекс.Навигатор, в том же самом Ярославле, увидев, что есть более короткий, более быстрый маршрут, моментально перестраиваются, и буквально там, может быть, 10-15 минут от этого варианта быстрее проехать, вот, ничего не остается. То есть просто забивают своими автомобилями. Яндекс тоже предлагает новые варианты. Но это в общем, нужно к Яндексу подходить довольно критично и особо на его функции расширенные не реагировать. Потому что просчитываются Яндексом варианты, и там 3-5 минут мифические, которые могут сократить или ускорить движение, приводят к обратному эффекту. И еще такой момент, чтобы полномасштабно с максимальным эффектом пользоваться Яндекс.Навигатором, нужно иметь последние продвинутые модели, где и большой объем памяти, и скорость обработки информации должна быть более высокими. Но я повторю, что у меня был старенький айфончик, там и объем памяти маленький, да и скорость обработки, и это нередко доставляло большие неудобства мне. Ну вот, двигаемся по территории, как еще его называют, край озер. Здесь уже местами на деревьях желтые листья. Чувствуется дыхание осени. Ну, в этой серии, значит, температура 8,5 градусов Цельсия. В этой серии, значит, проеду мимо Кандалакши, будет развязка на Кандалакшу, заезжать туда не буду. Я объяснял ранее причины, почему я при движении на восток. Мост слева и справа. Я на навигаторе смотрю. Вот на экран. Ну, потому что я следил за прогнозом погоды, и у меня были серьезное опасение. Ну вот сейчас в данный момент проезжаю вот водная поверхность, это губа Канда. Заезжать в такие города, ну что я могу снять? Просто дорога не рассчитана на туристов, путешественников.
Начало были такие небольшие стоянки, площадки, чтобы можно было остановиться и отдохнуть, и просто пофотографироваться. Продолжу мысль. Заезжать, тупо проехать города, ничего о них не зная. Но я думаю, есть в интернете есть видео, где более подробно сняты ролики и о Кандалакше, и о других населенных пунктах. Оленегорск, например. Там уже люди снимали, знающие этот город, особые места, гиды. Но проехать, просто заснять, это потерять время. Никакой полезной информации я дать там не смогу. На обратном пути уже, с востока на запад, когда двигался, да, я там заезжал в некоторые города, например, Благовещенск. Очень интересные кадры. Значит, на одном берегу Благовещенск, Россия, на противоположном Китай. Вот, что они там построили, вот эти небоскребы, но опять-таки это просматривая соответствующую серию, я там буду вставлять такие небольшие видео-вставки, которые снимал на другую аппаратуру, на тот же самый iPhone. На фотоаппарат. То есть объем фото и видео информации более-менее достаточный. Вся беда в том, что меня сдерживал именно объем памяти, встроенной внутренней памяти. И потом была проблема, что аккумуляторы на фотоаппарат какое-то время заряжались от бортовой системы, а потом или зарядное устройство вышло из строя, или какая-то другая причина, аккумуляторы, к сожалению, разрядились, и на фотоаппарат я уже не фотографировал. Крым, например. И другие такие, Крымский мост. Вот сейчас левый поворот будет на дорогу 47А-001. Куда она ведет? Не знаю, куда она ведет. Она ведет к государственной границе. Государственной границы с Финляндией. А вот на карте никаких населенных пунктов я, к сожалению, не вижу. Даже увеличил масштаб, все равно ничего нет. Куда ведет, не знаю. Так, впереди будет развязка на Кандалакшу.
правой стороны по ходу на разном удалении от трассы Кола проходит железная дорога. Она петляет, конечно. Ну, как будто бык прошел. Если федеральная трасса более-менее ровная, там есть повороты, то железная дорога – это ну, можете по карте сами посмотреть. Вот этот участок Москва-Мурманск, скажем так, для меня пробный. Я отрабатываю все варианты, чтобы максимально дать информацию, как фото, так и видео. Вставлять ролики видовые, снятые на боковую камеру, я не буду, чтобы тут вообще не запутаться. Потом отдельным видеофильмом буду размещать. И вот иной раз слушаешь эти гаджеты, видеорегистратор имеет встроенную систему информации. Так, что это такое, я не знаю. А, просто стоянка, заправка. Вот. Видеорегистратор Trend Vision информирует голосовыми подсказками. Data Cam 6 Max информирует своими подсказками. Плюс Яндекс.Навигатор тоже что-то в этом плане говорит. Так, иной раз слушаешь, информация такая противоречивая, что начинаешь на них не обращать внимания, а просто руководствоваться знаками на дороге. Ну, это самое надежное ограничение, 40-60, например. Вот. Следить за этими знаками, и все будет нормально. А эти подсказки, они, ну, во-первых, противоречат друг другу, а во-вторых, база данных должна постоянно обновляться. Ну, для меня это геморройно, каждый раз обновлять ее базу данных на этих регистраторах, тем более, что я последние годы практически не ездил. Сейчас будет правый поворот на лесозавод номер 6. Так что снова обращаюсь к вам с просьбой, пока еще есть время, до старта из Мурманска в Магадан. Пишите, спрашивайте, задавайте вопросы, рекомендуйте. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы видео было максимально интересно смотреть. Ну вот она сейчас будет, этот поворот на лесозавод номер 6.
вот он, этот поворот на лесозавод. Там на дорожном указателе что-то было написано, я видел, но не успел прочитать. Грибники, ягодники на своих автомобилях. Но впереди крупная развязка к городу Кандалакша, Нева-3, Лупчесавина первое, Лупчесавина второе. Ну, вот такой более-менее оживленный район. Участок. Сколько там до Мурманска осталось сейчас? Не знаю, на километров 200, наверное. Ну, мне нравится вот эта трасса Р-21 Кола. Вот на протяжении практически всего пути видно обочина, где можно в случае необходимости съехать, остановиться. Разметка дорожная, ну и само полотно дороги. Я считаю, что это одна из лучших трасс в России. Вот. Да, вот давит на психику, если сзади пристраивается хвост и двигается с такой же скоростью. Не обгоняют. Но я к этому быстро адаптировался и не обращал внимания. И в то же время знаю, что если ехать за дальнобойщиком, за фурой какой-то, он тоже видит тебя в зеркало заднего вида. Вот. Это тоже давит ему на психику. И зачастую они мигают правым поворотником, предлагая обогнать. Ну вот эта развязка, можно на знаке посмотреть информационном. Значит, правый поворот это к городу Кандалакша, поселок Нева-3, это с правой стороны, слева будет Лупчесавина первое, Лупчесавина второе, Лупчесавина. Вот эта развязка. Карту не успевают. Корректировать. Настолько быстро идет развитие трассы. С правой стороны по ходу Плесозеро. Далеко с правой стороны железная дорога, станция Невская. Станция Невская. Или Невский, поселок Невский. Еще дальше. Справа по ходу будет поселок Полярные Зори.
конце этой серии, в последней части там или в последней четверти, трасса R21 Кола будет проходить между большими площадями, наверное, озер, что это такое. Ну, на карте не написано, что это, как называются эти озера, как называются эти водоемы. Но это будет уже в конце серии. Думаю, вид из... Думаю, эти водные поверхности, или как озера, разливы, вот они попадут на... в объектив видеорегистратора. Ну, а сейчас можете просто полюбоваться природой окружающей, сравнить растительность Карелии, ну, с другими регионами в России. Интенсивность движения не очень высокая. Я бы даже сказал, низкая. Только сказал, и начались обгоны, блин. Справа обгоняют, слева. Я, наверное, его не заметил, иначе бы принял правую полосу. Но это на трассе еще дождик идет, дождь идет. В самом Мурманске будет пасмурно, но уже без дождя. Кстати, довольно-таки прохладно. На объездной дороге Мурманска, я знал, там есть несколько стоянок. Большая площадь, инфраструктура. Но меня дернул нечистый, что вот стал в Яндекс.Навигаторе искать место для ночевки, для привала. Так что особого доверия вот к этой информации в интернете у меня уже нет. Нужно трижды, четырежды перепроверить, прежде чем сделать выбор.
Ну, двигаться с большой скоростью в такую погоду довольно рискованно. Может возникнуть аквапланирование. Но здесь хорошо то, что вода на дороге не задерживается. Она имеет... Что-то произошло, не знаю. Что-то в зеркало заднего вида, в боковое зеркало что-то увидел. Была такая реакция. Сейчас не могу вспомнить. Ну и потом, отправляясь в дальнюю поездку, я, наверное, к этому буду еще не один раз обращаться, имейте в виду, что FM на межгороде практически нет. Он работает вблизи крупных населенных пунктов, вблизи городов, а на трассе, к сожалению, нет. Поэтому... Кто любит музыку слушать, кому необходима музыка во время движения, позаботьтесь об этом заранее отдельно. Или на флешку скачайте. Ну, в общем, как говорится, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. На межгороде вам FM-радио ничем не поможет. Потому что его там просто нет. Нет FM, практически нет интернета. Ну, мобильная связь более-менее. И одним из лучших операторов, хотя у меня к нему тоже есть очень серьезные претензии, это Мегафон. Ну, бывает бестолковая разметка. Не можешь понять, ты по встречке едешь или по обочине. Особенно это на участке между Москвой и Ярославлем. Там обочина такая широкая, что ее принимаешь за полосу движения. Местность слева и справа по ходу, я смотрю на карту, сильно заболочена, небольшие островки суши, а кругом болото. Большие территории занимает болото.
Ну, те, кто просмотрит все видео от начала до конца, смогут сделать вывод, что ничего сложного вот в дальних поездках нет. Я бы, например, рекомендовал каждому проехать вот по этому маршруту по всей России. Пусть не за один раз, разбить это на несколько частей. Ну, например, первая часть, это вот из Москвы, например, в Мурманск. Потом из Москвы, к примеру, в Магадан или на Дальний Восток, или в Крым. Впечатлений будет столько, что хватит очень надолго. Я понимаю, что не у всех будет возможность за один раз повторить этот маршрут. Все-таки почти 2 месяца, понимаю, работа, какие-то домашние дела. Вот. Ну, как вариант, это вот автопутешествие. Например, не обязательно ехать из Москвы на Байкал на автомобиле, достаточно на самолете прилететь в Иркутск, ну а там взять в аренду автомобиль и съездить на Байкал, съездить в Листвянку. Замечательное место. Ну а на видео будет видео, где я вот подъехал непосредственно на берег Байкала. Маяк. Город, по-моему, или поселок называет Бабушкино. Там можно проехать непосредственно на берег Байкала. Вот вы почувствуете, насколько умиротворенно, спокойно на берегу озера Байкал. Несмотря, допустим, на сильный ветер, волны, общая остановка здорово помогает расслабиться, отдохнуть. Рекомендую. Так, сейчас приближаемся к поселку Полярные Зори. С правой стороны по ходу движения дождь не прекращается. Ну вот поворот на Полярные Зори. Стоянка. Вот правый поворот проехал. Знак показывает. Вот скоро начнется участок, где очень много и слева, и справа по ходу движения будет водной глади. Надеюсь, что в объектив видеорегистратора это попадет. Время для поездок вот на такие расстояния я бы рекомендовал, начиная с мая месяца.
раньше в зимнее время, ну это на любителя экстрима, скажем так. Я имею в виду север, Сибирь. И осень тоже бы не рекомендовал, потому что разные погодные эксцессы. А вот период, начиная с мая по сентябрь, это, на мой взгляд, самое лучшее время для поездок по России. Так, проезжаем Полярные Зори, с правой стороны остается населенный пункт. Далее справа по ходу будет Зашиек, тоже населенный пункт. Ну, село, наверное. И вот приближаемся к участку, где дорога будет проходить по суше, но и справа, и слева огромные площади озер. На карте смотрю, я не вижу названия этих водоемов. Ну, недалеко уже осталось, и я на это буду обращать ваше внимание. Растительность довольно-таки чахлая. Но это уже Заполярье. Это уже мы находимся в Заполярье. Как я прочитал в интернете, тут можно наблюдать северное сияние. Очень короткие полярные ночи летом, очень короткие поляр... очень короткие полярные дни. Ну вот, проезжаем поворот на Зашеек. Молчит радар детектор.
Вот сейчас с правой стороны начнется, наверное, вид на водную гладь. Ну вот мы видим эти озера. Я не буду говорить, что это красиво. Это нужно видеть. Сейчас с правой стороны вот эти вот разливы. Нафига я включил этот? Да, там, где хороший вид, там мешают подъехать ограждение. Там, где ограждений нет, там вид закрывают деревья. Ну, вот сейчас должно с левой стороны открыться водная гладь. Ну вот, с левой стороны уже видно. Это болото, правда. Ну вот еще немного и зеркало озера. До Мурманска менее 200 километров. Интересно, где Тульская сверхглубокая скважина? Да, кстати... 12 кстати, забейте в поисковике Тульская сверхглубокая. Посмотрите и послушайте. Очень интересное видео. Ну вот, с левой стороны открывается водная поверхность. Угу, открылась, как же. Кустарник не дает посмотреть. А, вот. Сейчас можно краем глаза увидеть. Я вот обратил внимание, где бы ты ни ехал, видишь красивейшие места, но снять невозможно, потому что кустарник, там деревья или еще что-нибудь закрывает этот вид.
Здесь в Карелии еще более-менее от проезжей части на некотором расстоянии деревья, они не мешают обзору всей дороги. Но есть дороги, где деревья вплотную к проезжей части, и посмотреть, что там впереди, ну просто невозможно, не видно. Деревья закрывают, поэтому, думаю, было бы правильно метров хотя бы на 100 от дороги деревья убрать. Ну вот, и слева, и справа. Вид, конечно, который описать словами невозможно. Что мне не понравилось, я сейчас не могу вспомнить. Ну вот невозможно остановиться и сделать фотографии панорамы. Видите, отбойники мешают, обочины нет. Ну вот где встать? Где остановиться? То есть можно наблюдать только в движении. Могли бы сделать смотровые площадки для автотуристов, автопутешественников. Пусть небольшие, но смотровые площадки нужны. Сейчас постараюсь найти фотографии, которые сделал в этом месте. Для поездок дорога хорошая, слов нет, но то, что для автотуристов, для автопутешественников не все продумано.